Всем привет! С вами Inform TV. Недавно состоялась премьера Первого канала, сериал про веру. Он стал результатом совместной работы Александра Цикало и Евгения Семенова. Они довольно известные люди, а вот актриса, сыгравшая главную роль, до этого сериала была абсолютно неузнаваемой. Ее имя – Вера Кинчева. Зрители были очень удивлены, что она приходится дочерью знаменитому Константину Кинчеву, рок-звезде. Сама же Вера не хотела, чтобы этот факт стал известен зрителям и журналистам, ведь она всего в жизни привыкла добиваться сама и никогда не старалась воспользоваться связями своего отца. За эту самостоятельность и упорство последний даже дал ей прозвище «Танк». Актриса рассказывает, что это упорство в ней проявилось с детства. Родители довольно рано поняли, что их девочка не хочет воспринимать слово «нет». Она всегда стремилась получить желаемый результат. В детстве Вера снималась в клипах отца, и ей пророчили будущие певицы. Девочке очень нравилось выступать на сцене, и она испытывала от этого огромную радость. А вот профессия мамы-журналистки ее совсем не привлекала. Когда Вера приняла решение стать актрисой, то попробовала поступить в ГИТИС, но не прошла. Это ее не остановило. Она смогла поступить в школу-студию МХАТ. Особую гордость Вера испытывает, что ей это удалось самой, без помощи известного папы. После окончания учебы молодая актриса устроилась в театр, а также стала играть эпизодические роли в кино. Ну, конечно же, первой серьезной работой можно назвать именно этот сериал про Веру. Образ сложный, но актриса с ним легко справилась. Самыми главными ценностями в жизни для Веры являются родители и любимый человек – Тати. Им является молодой и талантливый актер Иван Янковский, продолжатель великой актерской династии. Молодые люди уже довольно долго встречаются, хотя в их отношениях и бывали перерывы. Все-таки оба актеры. Сейчас влюбленные вместе и счастливы. Про детей пока не думают, строят карьеру. А как вы считаете, красивая ли они пара? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!